Дорогие друзья, Александр Сергеевич Пушкин писал не только стихотворения, но и прозу. Можно мне сегодня пойти в гости? Извольте, а куда? В Тагилу, Берестову. Мама, жена у них именинница, и вчера звала нас отобедать. Вот, господа в ссоре, а прислуга друг друга откушать зовут. А какое нам дело, да господ? К тому же я ваша, не папенькина. Вы с молодым Берестовым не бронились. Хорошо, если когда увидишь Алексея Берестова, обещай, что хорошо мне расскажешь, каков он с собой и что за человек. Елизавета Григорьевна видела молодого Береста, нагляделась вдоволь. Целый день были вместе. Расскажи все подробнее. Вот я, Анисия Егоровна, Нинила, Дунька. Еще кто? Да подожди, дайте расскажу все по порядку. Вот мы пришли к самому обеду. Были там, комната была полна народу. Были Захаревские, Хлупинские, приказчица с дочерьми. А Берест? Ну, покатитесь. Вот вышли мы из-за стола. Сидели часа три. Да обед был славный, пирожное блан-манже, синее, красное, полосатое. Ну вот, вышли мы из-за стола. Настя, какая ты так скучна своими подробностями. Да подождите. Вот, вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки. И вот явился тут молодой барин. Берестов играл в горелки? Не верю. Да, еще как. Да еще и вздумал. Поймают и ну целовать. Настя, твое право, не верю. Ваша воля. Я не вру. А что дальше? Парень сказывает, прекрасен, такой добрый, такой веселый. Лишь одна нехорошо, за девушками любит гоняться. Да по мне это еще не беда, скоро степенится. Я на Берестова глаз не буду класть. Подумать, что еще бегаю за ним. И наши отцы в ссоре. Наряжись-ка я крестьянкой, чтобы он меня не узнал. Точно. Оденьте толстую рубашку и сарафан, да и ступайте себе смело к Тугилу. Отвечаю вам, молодой Берестов вас не прозевает. И по-крестьянски я умею говорить на славу. Отлично. Так и сделаю. Вот какая хорошая задумка. Пока в России Пушкин длится, метели не задуть лечу. Гоголь. Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет все, что может поумнеть. Николай Островский. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, час веселья верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то станет мило. У Пушкина поэзия чудным образом расцветает, как бы сама собой, и самой трезвой прозы. Цветок засохший, бездыханный, забытый в книге вижу я. И вот уже мечтою странной душа наполнилась моя. Где цвел, когда, какой весной? И долго ли цвел, и сорван кем? Чужой, знакомой ли рукою?
и положен сюда зачем? На память нежного свидания или разлуки роковой, или одинокого гуляния в тиши полей, в тени лесной. И жив ли тот, и та жива ли, и нынче, где их уголок, или уже они увяли, как сей неведомый цветок? У нас сегодня бал, а на балу были особые правила поведения. О них расскажет Ксюша. Кавалеры рекомендовали сделать приглашение в виде комплимента. Вы сегодня так прекрасны, что любоваться вами только одно удовольствие. Дама имела право отказать, если а. кавалер был безпричастен, б. она хотела не танцевать, а допнуть, в. она уже обещала этот танец другому, г. она уже танцевала с этим кавалером три танца или до предыдущий танец. В другом случае дама имела право, в другом случае дама была обязана принять приглашение. Однообразный, безумный, как вихрь жизни молодой, крутит и бат, вихрь шумный, чита мелькает за читой.